Приветик, приветик, приветик. Талина. Вот, что у нас сегодня? Скорее всего, будет вечеринка. Сколько по времени длится сиест? Сиеста длится 1.5-2 часа по времени. Нам дают разгрузиться, отдохнуть, поспать, позаниматься своими делами, там, повести прямые эфиры, пообщаться. Так, Ромашов с Кристиной вместе. Нет, ребятки, Ромашов с Кристиной не вместе. Пока, пока, но я верю в этих ребят, и я надеюсь, что им светит прекрасное будущее. Так, Бахербак, да, окей. Так, совместно с Кристиной Бухенбалте. Так, посмотри сразу, сколько будет. Я вижу красный диван. Я сейчас знаю, что я разговариваю. Смотри, сколько. Смотри. Шари. Посмотри на меня. Руслан тебя зовет. Шари, посмотри на меня. Она слушает музыку. Нет, у нее наушники в ушах, она ничего не слышит. А что у нее случилось? 116 уже. Да, что она грустит? Я тебе говорю. Она плачет, малышка. Чего ты плачешь? А что она плачет? Я тебе говорю, иди сюда, давай. Иди к нам. Не знаю. Иди сюда. Вон, сейчас приду. 2 секунды. Давай быстрее. Давай. Ребят, все, пока. Пошел. Успокоить малыху. Чик. Так что пошел, видите, плачет девчонка, пойду с ней пообщаюсь, успокою, расскажу, покажу. О, здесь, смотрите, у нас здесь Никитка, короче, играет в Xbox. Нашу приставочку. Чик. Да, наша кухня, кстати, кто не знает, это наша кухня, старая вилла. Это моя хатка. Короче, смотрите. Кроватка, подсветочка, тук-тук-тук, лампочки. Вчера устраивал романтичок, у меня тут, видите, свечи везде стоят, пам-пам-пам-пам-пам-пам. А как ты общаешься с местными на их языке? Они общаются на английском, большинство населения знает английский, им преподают английский в школе и в институте, поэтому все свободно разговаривают на английском. Ну и, конечно, у нас сейчас проходит конкурс «Мужчины против женщин», и мы учим местный язык. В понедельник у нас будет конкурс. Так, а где Ромашов? Ромашов у себя в комнате, в бунгало, спит, наверное. Где Ромашов? Где он еще может быть? Вот, поэтому... Короче, ребят, давайте, вот новенькие, кто ко мне зашли, вы на меня подпишитесь обязательно. Я живу вот здесь, в этом бунгало, да, вы на меня подпишитесь обязательно. Я сейчас пойду девчонечку успокою, Крис, обниму, поцелую и попозже чуть буду в прямой эфир. Все, спасибо, что зашли, давайте обнял, поднял, заплакал. И буду вам рассказывать про новости нашего сишельского города. Пока. Алло, Руслан, Тим Шафт. А, Тимон, ребят, все, пожалуйста, я прям подпишитесь, я выйду.